Вы бы хотели играть так же быстро и заканчивать раунд в вашу пользу? Вы бы хотели улучшить вашу игру? Блок страйки. Вы бы хотели сделать так, чтобы быть лучше всех? Ведь я могу вам помочь улучшить вашу игру, чтобы вы могли стать опытным игроком. Доброго времени суток, меня зовут Роксет. В этом видео я вам дам 3 совета. Как вы можете играть лучше в Блок Страйк? Если вам это интересно, не смею вас задерживать, смотрите видео дальше. Приятного просмотра. Начнем с первого совета. Вам нужно слышать звуки шагов, выстрел, пикание бомбы и взрывающий школьник, когда его убили. Короче говоря, определять звуки. Зачем это надо? У этого есть плюс. Вы можете определять сторону, где, например, ваш враг. Например, он слева. Нет, он справа, потому что вы услышали звук справа, то есть его шаг. Так вот, какие нужны нам наушники? Беспроводные по типу AirPods или что-то подобное? Сразу забудьте. Их звук отстает. Он не нужен вообще. А вот проводные нужны. Да достаточно даже белых проводных за 700 рублей. Второй совет. А он заключается в том, чтобы набирать опыт, деньги и КД. Нужно играть в определенных топовых режимах: зомби-выживание, командный бой, конковооружение, потому что он дает больше опыта. Почему именно эти режимы? Потому что они вам дадут большой опыт, серебро, иногда даже голду и КД. Что такое КД? КД – это убийство, разделенное на твоей смерти. По сути, это как счетчик живучести в игре. Но помните, в реальной жизни КД не сработает, там только одна жизнь. Третий совет. Если вы играете, то играйте аккуратно. Всегда, всегда нужно идти в бок. Почему? А потому что, к примеру, снайпер всегда целится в середину, потому что это больше процент попасть в человека. Но в жизни это не сработает, тебя посчитают психом. Но в игре ты иди в бок, зато будешь живее всех. Вот, к примеру. Однако, самое главное, это нужно переходить на новое управление. Да, звучит сложно и непривычно, но поймите, если ваша цель является стать лучше любого игрока, то вам обязательно надо переходить на новое управление, хотя бы на 3 пальца. Вот управление и примечание. Желательно ставите кнопки по бокам, чтобы был больше охват внимания вашего глаза. Делайте киллы, будьте крутыми, а с вами был Роксет. Всем удачи, всем пока!